Уникальный проект по переработке шкур животных реализовали на севере Казахстана. Белковый порошок из кожи и шерсти скота станет незаменимым ингредиентом в рационе птиц на отечественных фабриках. Затем, как сырье кожевенного производства превращают в полезный продукт потребления, наблюдала наша съемочная группа. Ученые Северного Казахстана решили вопрос белкового дефицита в кормах животных. Испытания показали, что получаемый порошок увеличивает привес птиц до четверти от их массы. Автор необычного проекта Акан Жунусов уверяет, что подобные разработки проводились еще полвека назад. Однако всерьез к реализации идеи прежде никто не приступал. Согласно этому проекту, мы сейчас уже видим, что у нас дефицита белка по протеиду. Мы избавляемся. Так что наши корма полноценные будут. Это раз. Это мы последние 1,5–2 года вот это оборудование. Как видите, оборудование все сборное. Из 10 килограммов шкуры КРС получается 1 килограмм высокоценный белковый кормовый порошок. Для изготовления белкового порошка здесь собрали экспериментальную линию производства. Сырьем могут стать шкуры разных животных. Шкуры у нас поступает шредер. Шредер его перерабатывает, поступает в пастырь-изготовитель. Получается, шкуры они измельчают до, ну, грубо говоря, до гранул. В сушильную камеру, там обрабатывается температура свыше плюс 200 градусов. Она там обрабатывается, она все это выгорает, все ненужные шлаки уходят. И поступает уже с того первого цеха, цех для готовой продукции. Инновационная идея в 2023 году прошла конкурс на грантовое финансирование и получила на развитие 350 миллионов тенге. Условие самое главное это было, чтобы научная изработка и обязательно ее с выходом на рынок. То есть дальнейшая продукция должна обязательно реализовываться. Как менеджер я, конечно, 20-го грантополучателя, высоких результатов, достижения своих целей. Но для нас самое главное, чтобы у него все получилось и чтобы его продукция вышла на рынок, на большой международный рынок. Производители уверяют, что спрос на белковый порошок среди казахстанских птицефабрик есть. Продукт уже готовы покупать в больших объемах. За час экспериментальная линия способна производить до 500 килограммов кормодобавки. Наталья Волкова, Тулеген Иманов, Петропавловск, 24 KZ.